Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный наборчик. Вязала я наборчик снуд в 2 оборота и шапочку с отворотиком. Всегда вязала на заказ и не доходили руки до себя. Благодаря своему мужу, который пошел купил мне ниточки, выбрал набор в интернете по фото. И, наконец-таки, я готова к зиме. И вы представляете, как я была удивлена, когда при вязании и записывании видео этого набора одна из моих подписчиц прислала в пожеланиях фотографию, которую выбрал мой муж в интернете. Единственное, что я заменила снуд на шарфик, который на фото. То есть я посчитала, что снуд более практичнее и красивее, моднее на сегодняшний день. Конечно же, кому понравилось, не забудьте лайкнуть, подписывайтесь на мой канал, на мой новый канал, кто еще не подписан. И вяжите вместе со мной в комментариях и под видео в описании. Смотрите ссылочку на эту шапочку и на этот снудик, как связать. И вяжите вместе со мной. Всех люблю вас. Пока-пока.